Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Колубков проинспектировал ход строительства новой спортивной площадки в Звенигороде. Работы ведутся в рамках программы исполнения наказов избирателей и проекта «Детский спорт». По словам парламентария, старая площадка на этом месте была демонтирована, поскольку стала небезопасной. Новое многофункциональное пространство будет ограждено высокими бортами, что позволит детям зимой играть в хоккей.